В Белгороде стартовал третий открытый турнир по боксу на призы Героя России Вячеслава Воробьева. Сегодня прошло торжественное открытие соревнований. В течение 2 дней за право называться сильнейшими будут бороться 125 спортсменов. Надежда Дурнева узнала имена главных фаворитов. Первыми на ринг вышли самые юные участники. Многим недавно исполнилось 10 лет. Белгородцу Егору Шейну достался серьезный противник из Шебекина. Сильные удары, которые попадали в цель, помешали Егору одержать победу. Однако юный боксер не расстроился. Для третьеразрядника главное участие в турнире, который посвящен его кумиру, герою России Вячеславу Воробьеву. Вячеслав Воробьев для меня пример. Я хочу быть на него похож, защищать свою родину, отечество и город. Всего в турнире участвуют 125 спортсменов. Соревнования собрали бойцов из Обояни, Нового Оскола, Губкина, Чернянки и Шебекина. 60 боксеров представляют областной центр. Как говорят тренеры городских клубов, наши ребята имеют все шансы на победу. За звание лучших спортсмены будут бороться в 5 возрастах, в каждом по 10 весовых категорий. Открытый турнир по боксу на призы Героя России Вячеслава Воробьева проходит уже 3-й год подряд. И 3-й раз в стенах профессионального училища номер 5, которое Вячеслав закончил в 2002 году. Традиционно соревнования проводятся в канун празднования Дня сотрудника органов внутренних дел. А в этом году также в преддверии Дня образования отряда специального назначения и 60-летия образования управления внутренних дел по Белгородской области. Кроме этого, турнир проходит в дни эстафеты Олимпийского огня. Это символ спорта, символ всего того, к чему стремится настоящий спортсмен. И не исключено, что кто-то из вас, даст Бог, кажется, вашему усердию и прилежанию, когда-то будет в числе тех, кто будет нести этот огонь или участвовать в этих Олимпийских играх. Главный и постоянный гость соревнований – сам герой России Вячеслав Воробьев. Сегодня, как и всегда, Вячеслав в зрительном зале в окружении коллег из белгородского ОМОНа, СОБРа, различных подразделений полиции и общественных организаций. Гостям и участникам показали фильм о подвиге белгородца. После Вячеславу Воробьеву вручили орден за офицерскую честь. Завершая церемонию открытия, герой России отметил, что этот турнир по боксу – главное мероприятие в году. Я всегда с удовольствием сюда прихожу, приезжаю, вижу уже как бы парней, никогда не в первый раз уже здесь. Мне приятно видеть, как они растут, занимаются. Вообще молодцы ребята. Соревнования продлятся 2 дня. Завтра пройдут полуфинальные и финальные бои. Победители турнира наградят медалями, дипломами и вымпелами. Кроме этого, памятными призами Героя России Вячеслава Воробьева отметят спортсменов каждой возрастной группе в номинациях за лучшую технико-тактическую подготовку, за волю к победе, выберут и лучшего судью. Надежда Дурнева, Евгений Северинов, к этому часу Белгород.